Михайло. Что это вы, Мирятага? Так внимательно меня рассматриваете. Опоздали. О, Мирятага, вы прям как маршал Жуков. Нет, он похож на Буденного. Вперед, джигиты! Привет! Девчонки гонятся за тобой. Она своим драндулетом только пугает коня. Наш Меликуш ничего не боится. Он уже давно привык к ее мотоциклу. Это ты, наверное, привык, а не это благородное животное. Ты соображаешь? Ума у тебя хватает так унижать коня? Подумай, что ты ему устраиваешь? Какие-то дурацкие гонки с мотоциклом. Ты, как твой дед, который вместо племенного коня купил трактор. Но это же было 30 лет назад. Да хоть 300 лет назад я ему этого не простил. Ты забыл, коня надо любить нежно, а ты? Учи его. Салам. Салам. Салам алейкум, аловага. Надо срочно собирать аксакалов. Правление уже теперь без нас заседает. Как без нас? Я сейчас... Сейчас всех соберу. Я сам. Джигит всегда джигит. Да, джигит всегда джигит. Ну и что? Это случайность. Между прочим, на этом коне 60 лет назад я в соседнем ауле себе жену украл. Что? Этому коню 80 лет уже? Это не твое дело. Thank you.
Мой дед нажить богатство не умел. Хоть в мастерстве своем он преуспел. Он золотыми свитками метал, совсем обыкновенный сочетал. Трудился в мастерской он день и ночь, чтоб непокорный камень превозмочь. И вот освобожден лучезастенка. Здравствуйте. Я пришла. Кольцо прекрасно, как и ты, туркменка. Можно войти? Пришла, вошла, села, а потом можно войти? Ну как? Никак. Не готова? Это же не трактор, а ювелирное изделие. Может быть, через неделю. А как же свадьба моя? Не знаю, не знаю, не знаю. Что еще? Еще? Я хочу, чтобы вы вот здесь, между этими кольцами, так сделали так же, как там висит, понятно? А вокруг это маленькие звездочки. Чтобы они на солнышке сверкали, сверкали, сверкали. Вот и все. И что получится? Что-нибудь же получится. Садись. Садись, садись. Вот ты ювелир. Давай делай. Но я же этого не умею. И я этого не умею. Устаджа. Устаджа. Устаджа, сделайте к свадьбе, а? А? Попробуем. Ой. Вот чем ты занимаешься в рабочее время. А? Без нас уже заседают. Подождите, я тоже иду. Да из года в год. Что в землю ты посадишь, что взойдет. Занозу бросишь, вырастет колючка. Посадишь, кустик роза расцветет. Душа поэта землею схожа. Живешь и не страшишься суеты. Но если даже яд заронишь в сердце, ты должен все равно взрастить цветы. Ну на! О, я вас жду! Собирайся живей. Что вы, куда? Лихой джигит всегда к плову. Слышите, какой аромат, а? Специально для вас готовил. Через 5 минут плов будет подан. Ты оглох? Не пойдешь, что ли? Что вы, если гость отвернется от еды, она прокиснет. Там правление без нас заседает. Ну и пусть. Правильно. Артист, ты что, цирк устраиваешь? Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Чигит, как премьер, всегда готов. Сейчас пойдем, сейчас. Ребята, командуйте сами. А вот мой внук, удивительный парень, конюх. Он джигит, ваш внук. Самый настоящий. Вы, наверное, не правы. Салам, бухгалтер. Салам. Пошли. Куда?
поговорим с председателем. В этом проекте учтены все наши замечания. И сейчас нам предстоит его утверждать. А где же совет старейшин? Может, позвать их все-таки? Еще обидеться? Воробьев боятся просто не сеять. Вы же знаете, договориться с ними непросто. Я, конечно, уважаю совет старейшин, но они всегда болезненно держатся за прошлое. И вопрос на сегодняшний день, товарищи, стоит так. Или нам строить, или вздыхать о прошлом. Я предлагаю утвердить этот проект. И кто за это предложение, прошу поднять руки. Салам алейкум. О, алло, ага. Добро пожаловать. Салам алейкум. Салам, салам. Не помешали. Ну что вы, что вы. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. 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 Салам. Салам. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, садитесь. Здравствуйте. 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 Привет. Привет. Алло, ага, вот смотрите сами. Вот здесь. Что будет? Здесь будет главная улица. А сейчас здесь что? А сейчас стоит чинара. И куда ты денешь эту чинару? Чинару, конечно, срубим. Га! Нашу чинару? Чинара – это история нашего аула. Чинара? О, нет. Без чинары нет аула. Мы твои чертежи-мертежи не понимаем. Да, да. Что здесь будет? Здесь будет баня, сауна. А сейчас? А сейчас здесь конюшня. А конюшню куда? Конюшню, конечно, сломаем. Сломаете. А коней куда? Коней отдадим, мы не можем отставать от жизни. Люди в космос летают, а на ваших лошадях даже гору не перепрыгнешь. Это не лошади. Это кони. Кони, а халтикинцы на весь мир известные скакуны. Да нет, Мерятага, вы подумайте, но стоит ли нам из-за двух коней иметь такой большой конный двор? Каракуш старый совсем, ну кому он нужен? Да. Сперва старых коней, а потом старых джигитов. И все уходит. Но жизнь ведь не остановишь. Да, юноша, но прежде чем верблюда посадить на крышу, надо было бы подумать, как ты его оттуда снимать будешь. О чем они говорят? Я совсем не понимаю. Они говорят, верблюда надо посадить на крышу. На крышу. Это правильно. На крышу. А зачем? Мы такую работу проделали. И все это теперь пустить на ветер. Нет, я просто хочу, чтобы ты понял меня. Это дерево. Во время войны, когда дров не было, дети мерзли, никто пальцем не тронул. Потому что эту чинару поливали слезами наши предки. Иди вперед. Иди вперед, дорогой председатель, строй новое. Но только помни,